Добрый день всем. Привет с Харькова. Сейчас зайдем в пару магазинчиков и хочу вас взять с собой. Кому интересно, приглашаю с собой. Вот кафе работает. Навигатор вашего вкуса. Красиво, уютненько и не жарко. Сегодня вроде бы немножечко жара спала, но не настолько, чтобы радоваться прохладой. Еще достаточно жарко. Нет, там дальше. Да. Проходим нашими давно знакомыми и любимыми местами. Так, что это? А, взутяж, что тут какая-то распродажа. Все по 50. Я не хочу даже смотреть. 50% скидка. Лидерс взутя. Вот сейчас такое время пришло, что обесцениваются. Вот это вот желание накопления, чего-то купить впрок, запастись. Согласен? Сейчас мы живем как бы, ну, нельзя сказать одним днем, но очень так тревожно, и ты не знаешь, что будет завтра. Конечно, все надеются на лучшее, поэтому и живем с надеждой. Ну, все очень неспокойно. Так, аптеки. Аптек сейчас, конечно, много. Вот тут даже такие молодежные сидушечки. Не знаю, если сюда сесть, ты с него не встанешь. Так, сова какая-то. Так, вон рыба твоя, пошли. Хотим зайти в магазин знакомый. Но в этот еще не заходили. А в какой магазин, мы сейчас посмотрим. Свет отключают, поэтому часто работают генераторы и шумно в городе. Вот какая красота. Рыба фабрики. Такой добротный дядька из Кицкою. Вот наш магазин «Рыбное ремесло». Ну, давайте зайдем, посмотрим. Я еще в нем не была, в этом конкретно. Вот, вот там где выход. Так, тут не только рыбка. ₽22. Так, по 17,90 арбузики. Арбузики 45, считай, сливка. Абрикос по 73. Так. Ага, давайте. Укроп 45 гривен, 100 грамм. Не знаю, насколько здесь. Так. Петрушка 30 гривен. Перчик 35 гривен. Так. Слива 120, Испания. Испанская слива. 35 баклажан. Ну, в принципе, цены сносные. Сейчас мы посмотрим, насколько зависит этот кусок. Погляну, насколько он
94 грамма. Угу. 94 грамма, ну почти. Больше 40 гривен. 40 гривен пробовали. Капуста. Что? Капуста. 21,90, ничего себе. Лук 17,90. Что-то тут дорогой магазин оказался. Этого помидора везде разное название. Так, 50 гривен. Рожевый, но он что-то какой-то неаппетитный. Так, 45 гривен. Украинский. Ну, тоже. Так, яблочки. Так. Как он? Груша стоит такие, такая грушка. Классно. Так, картофель 25 гривен, картофель 20 гривен. Так, а где он делся? Ага. Пол-литра 6. Пол-литра 10. Просто лобик. Это 100 грамм. Бурячок. Чеснок 130. Груша 220, амбала 210, я не знаю, что тут видно, сильно не буду акцентировать внимание, кита 200, 300 гривен, съемка, тейк. Ну спасибо, мякоть свиная 133 гривны. Стейк, а это что? Куряче стегнул. Давайте четверть. А, четверть. Шлунки.
написала? 119, наверное, дороже. 120-175. Какие-то хлебушек, смотри, какой 16,90 делает.